Украшать свой двор Виктор Николаевич начал 10 лет назад. Глядя на эти скульптуры, не поверишь, что их создал человек без всякого художественного образования. Фигуры настолько похожи на живых птиц, что, кажется, вот-вот взлетят. Ну, это у меня мечта была, вот знаете, наверное, с детства была, чтобы у меня был свой дом и на воротах были лебеди. Кстати, творения Виктора радуют не только его соседи по улице, но и те, кто проезжает по мосту у нового рынка. Из всей лебединой стаи 17 птиц – дело рук Кубасова. Виктор Николаевич дарит свое творчество охотно. Например, для детей из детского реабилитационного центра он выковал 5 журавлей. Я говорю, у меня журавли есть. Я говорю, приехайте, посмотрите, если вам надо, заберите. Ну, она с директором приехали, они, о, красота такая, заберем. Я говорю, да забирайте. Несмотря на то, что эти гордые птицы – настоящая страсть Виктора, он с удовольствием украшает свой двор скульптурами и сюжетов мировых сказок. Присядьте в карету. Ух ты, карета! Вот, пожалуйста. Сейчас умелец колдует над новыми птицами. Их установят на трубе у нового рынка. Отметим, графиков и чертежей у Виктора нет. Все держит в голове. Мужчина все время стремится создавать что-то прекрасное. Не ради денег и славы, а на радость людям. Валерия Усольцева, Александр Морозов. Информационный канал «Город».